Подходите ближе, Ваня. Что случилось? Катя бегала, обзывался на нас. Потом подожди, поближе, подойди. Он хотел ей нас побить. Я так, не подойди хотел. Сюда, ты первый начал. Что ты говоришь? Ты первый говоришь. Далеко никуда не ходи, Паша. Нет, он берет, подходит нам, говорит кто? Всякие. Кто? Ну вот Илья. Илья, Сань, тебя соворжали. Илья, берет, подходит всякие на нас пакости и говорит, что мы такие, такие-то. Нам еще показывают всякие знаки. И все. Ты, так, подожди, по порядку. Такое было, нет? Да, было. Так, подожди, я спрошу его. Так, было такое, что ты на них что-то говорил? Или не говорил? Он говорит, да. Да. А зачем ты это делаешь? Мы тебя принимаем как хорошего человека. Я просто хотел у них забрать эту палку. Я хотела пастуху отдать. Ну, хотел. Это напрочно пастушечья палка была. Ну, она не отдает, она ее. Она может дать, не дать. Тут два варианта. Ну, ты я хотел забрать? Ну, хотел. Ты хотел у меня рукавички забрать? Ну, бери у меня рукавички. А я не отдам. Они мне нужны, я дрова колю. На, у тебя платочек-то есть? Топору не кусайся. Нету. На, платочек. Да у меня есть там тоже. У тебя хочешь взять? Возьми его. Ну возьми. А я не дам. Он мне нужен самому. Ну еще теперь мы конфликтовать с тобой будем. А то кто у тебя с наушниками-то тут? Сурикат. Это кто такой? Сурикат. А что такое? Животное. Живет по Африке с семьями большими. Не только. Да почему он в наушниках-то? Я это просто так пририсовали. Ну ладно. Так. Еще что? Ну все, вот это. Он еще, когда мы прибежали, он зачем-то делал себе искусственную отрыжку. Он глотал воздух, а потом его отрыгивал. А как отрыгивал? Я ему сказал, ну как, он наглотает воздух в живых, а потом делает отрыжку. Такое я ему сказал, зачем ты так делаешь? Он говорит, сейчас. Подошел ко мне, пукнул в мою сторону. Прям ко мне в лицо пукнул. Пукнул. Такое было? Да. Еще прибавил. Что он говорит? Да, говорит, да, было. А зачем ты это сделал? Я просто не хотел палку забрать. Значит, чтобы палку забрать, ты, во-первых, там нарушил, тут нарушил. А что за палка? Ну-ка, принесите ее. Я не понимаю. Знаю, тогда у него в руках не было никакой палки. Он просто подошел ко мне и пукнул меня. А у кого ты хотел забрать палку-то? У кого? У всех. У какого парнишки палка это была? Давай, какую палку? Говори, я тебе сейчас сделаю. Давай. У того мальчика, который... Подождите, ребята, мы этот конфликт разрешим. Который в красной кепке. Какую палку? Такую надо тебе? А, Нестор. У Нестора. Нестора была. У Нестора была палка. Ну где Нестор, приведите? Я не могу решить этот спор, когда у меня все в доме. Нет, он еще плевался на нас хотел. Ты на них плевался? Да. Какая палка? Что он говорит, да? Да. Вот так кольки делают. Это не годится, у нас это нельзя делать. Ты наш гость, и на нас же плюешь. Мы всегда приглашаем тебя пообедать. Ты же видишь, что мы тебя не отвергаем. У нас особые порядки, у нас устав. Значит, его сейчас никуда, а к нашему уставу подвести, ознакомить. Если тебе нравится, ты приходишь вот на костер, ты в прошлый раз нарушал, теперь тебе на костер можно приходить только с теми, кого ты слушаешься. Вот. Пришли с палкой. Вот так, это. Давай, какую палку? Вот это. Давай. Что это за палка? Пастушечья палка, Фрося. Так, просто пастушья палка. А зачем ты ее хотел? Я хотел пастуху отдать, который вот это... Что хотел? Пастуху отдать. Пастуху отдать? Да. Так он сам придет, если надо, попросит. Мы ему дадим. Наши девочки-мальчики ходят пасти. У тебя еще такой палки нету? Нет. Беда какая. Надо сделать ему такую палку. Так, знаете, вот вокруг обойдите, и на той стороне мы бросили щищи разные зеленые, где качели там. Принесите, мы ему сделаем хорошую палку. Иди с ними, выбери себе. Иди. Мы это разрешим, спор такой. Илюша пришел, палка нужна. Они не дают, он подойдет, воздуху набрал, подошел, плюнул и пукнул. Я плевал на вас. Но я ему говорю, сейчас пойти найти там прутья, я ему вырублю хорошую палку. Мы конфликта можем разрешить. Ну, парню нравится палка, почему не дать-то ее? Ну не эту, другую. Зачем в аптеке крапива? Можно вопрос? Игнат Игнатьевич, вот эту крапиву я нарвала? Нет, не это. Это крапива. Ее надо найти, эту крапиву. Это жгучая, а там дух дома. Это выброси, это жгучая. Давайте я... Такая крапива? Давайте я поищу, Игнат Игнатьевич. Давай, нарви. Ну на. Проведи ее, покажи, где она. Она будет знать, где брать. Брать макушку, которая свежая, с листьями. Это выбрось. Она, вы ее не растолкете как следует. А та как удобная, такая мелконькая бывает где-то.
Вот она растет, вот. Вот она, видите, какая? Вот. Ну, я на молодую брать-то так. Ну, можете эту брать тоже. А, именно вот такую. Да, надо, вот, да? Сейчас. Возьмите ее как образец себе. Она обычно вдоль заборов вот так растет, тенечки где-нибудь тоже. Так, что у нас еще тут? Она тут редко растет, я надо смотреть, где она находится. Пока пойдем, Илья, почитаем устав. Сейчас, подождите. Пока устав, играешь, Тихонович. Ну подожди ты, подожди. Поезд только где у тебя? Вот это зелененькое туда уберите отсюда, из-под ног, вон туда, вон. Уберите. Так, отойдем, Ленька. Не, есть под руку. Все, забираю я оттуда. Уходи с ней. Дай его на костер. Ваня. Ну, Илюша, такая подойдет? Угу. Посмотри. Так, ладно такая? Так, больше договоримся, что ты на ребят не плевать, не пухать не будешь, обзывать не будешь, ладно? Нельзя этого делать никак, а иначе мы просто тебе запретим к нам приходить. У нас ребята хорошие, девчонки красивые, ребята сильные. Они тебя могут, эти ребята, укоротить, когда меня нету тут. Держи. Они хотели меня в крапиву бросить. Что он говорит, крапива? Крапиву хотели бросить, потому что он плевался. Ну, расплевался, они какие-то контрмеры принимают против тебя. Ну, держись. Ну, хорошая палочка, смотри, как ручка такая прямая. Ладно так? Угу. Ну все. Или покороче сделать. Что говорит? Ничего не говорит. Попробуй встать. Больше не проси, у них своя палочка. У тебя своя. Вот держи ее. Как пойдет? Если надо, вот так могу отрубить, вот так. Ну так что? Уберем давай. Вот это мы сделаем. Ну, видите, из-за чего драться-то? Ну, Даманский полуостров нужен Китаю. Путин отдал его, Шикота нужен Японии, отдать его. Кёнигсберг там немцам отдать и жить мирно. На, это наш Кёнигсберг. Отдайте Шикота, Кёнигсберг отдайте. Ну как, хорошая? Иди с Богом. Давай, попроси прощения. Стой, он вас обидел, попроси у них прощения. Скажи, простите меня. Бог простит. Возьмите его в команду к себе. Он хороший парень. Сейчас пойдем устав прочитаем. Наше дело дрова рубить. Чем занимается? Кто-нибудь посмотрит и скажет, из ума выжил старик. С такой ребятней возится. А мне интересно, растет новый человек, и каким может он быть? Может быть ожесточившимся, может быть добрым. Это проще всего обвинять Рамзана Кадырова. А ты на его месте попробуй. Лучше получится, нет? Царь плохой был, но пришел другой. Еще
устроил ГУЛАГ. Так они не обещали ГУЛАГ. Ну так обманули, выходит. Вот и все. А Илюша может быть нашим другом, если послушается. Палку сделать. Да мы ему что угодно сделаем, лишь бы другом был. Отдайте Шикотан и Кёнигсберг, отдайте. Было за что держаться. Отошли, Финляндия получила независимость, Польшу. А там сколько людей погибло, народное восстание. Даже Огинский замешан был в этом. Вот так. О! Эх, где мои 17 лет? Все, есть еще порох пороховницы. Да.